С обретением независимости Аральский район переживает второе рождение. Благодаря проекту «Века» вернулось море, улучшилась экология, возродилась рыбная отрасль. На торжественном вечере аким района Серик Сермагомбетов выделил достижения за 30 лет независимости. Сен усталдым. Кудая, не жазы хвали. Жаба узында, халық жауының қатына. Айтпесе, сені де баймен қосы айдауға кетем. Мероприятие открылось театрализованным представлением об исполнении завета мечты народа о свободе и независимости, о переменах в жизни района, о событии века, спасении Малого Арала. Море-кормилец обеспечивает работы около 4000 рыбаков. Арал всегда был под особой заботой Ельбасы. Как вам известно, в 1992 году Ельбасы с трибуны ООН привлек внимание человечества к этой проблеме. В 1993 году в Кызылорде с участием глав государств были рассмотрены пути выхода из сложившейся ситуации. Создан Международный фонд спасения Арала. На торжественном собрании ряду аральцев были вручены юбилейные медали. Я сегодня рад безмерно, получил юбилейную медаль. Я считаю это высокой оценкой моего труда. Пусть крепнет независимость, процветает страна. Около 20 лет работаю в сфере спорта. Мы добились больших достижений на чемпионатах страны мира. Хочется поздравить всех казахстанцев с главным праздником – юбилеем независимости. Также группе представителей разных сфер за особый вклад в процветание района были вручены звания почетных граждан Аральского района и благодарственные письма акима района. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Галымжан Жумназар, Бекзат Аманов, Бугимбай Басилов, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда.